селе Фонтанка зафиксирован случай заболевания туберкулезом. Такой диагноз был поставлен ребенку, который учится в 4-м классе. Это очаговый туберкулез у ребенка, закрытая, никакая не открытая форма. То есть БК не выделяется, туберкулезные, скажем, клетки, не без выделения этих клеток. В семье был родственник, который болел туберкулезом 3 года назад. Последний раз он обследовался в мае месяце. И как только ребенок обратился с жалобами, он был обследован у нас. И диагноз ему был поставлен своевременно, и лечение назначено. И эпидемические мероприятия в школе были проведены. В ближайшее время в школе, где учится заболевший ребенок, будет проведено собрание. Родителям разъяснят, каким образом нужно проходить профилактическое лечение. На мероприятии будет присутствовать главный фтизиатр области. Само лечение будет проводиться за счет государства. Точное количество людей, попавших в зону риска, пока неизвестно. Специалисты-эпидемиологи еще должны определить круг контактов заболевшего ребенка. Следует напомнить, туберкулез уже давно перестал быть так называемым социальным заболеванием. Это значит, что такой диагноз могут поставить не только людям из неблагополучных слоев населения.